Сочи и города Турции имеют давнюю историю сотрудничества. Так, в 1991 году наш курорт и турецкий Трабзон стали городами-побратимами. Помимо этого, в рамках перекрестного года культуры и туризма в Турции и России проходил ряд совместных мероприятий. Интересным опытом стало проведение на базах СГУ и Черноморского технического университета в Трабзоне двухлетней научно-практической конференции. Кроме того, между Сочинским госуниверситетом и университетом Акденис в Анталии налажен обмен студентами. Фырат Байяр подчеркнул, что опыт межвузовского партнерства необходимо развивать и в дальнейшем. Алексей Копайгородский, в свою очередь, предложил расширить сферу взаимодействия. Мы дорожим отношениями, нашей дружбой, очень серьезной. Не так давно была встреча наших лидеров, которые приняли серьезные решения во благо всего мира. Для нас это очень важно, и мы очень рады, что это все проходит на площадке города Сочи. Для презентации сочинской продукции на турецком рынке предложено организовать совместные деловые миссии. Фырат Байяр поддержал эту инициативу. Представители торгово-промышленной палаты в ближайшее время подготовят пакет предложений.